Всем добрый день! С вами канал Питомник Милый, я Людмила Горбунова. Готовлю для вас мини-опт. Покажу немного, как я это делаю и для кого он нужен. Он нужен, конечно же, для мини-питомничка, для людей, которые только-только начинают. Мини-опт это подразумевает кассета, например, вот такая. 9 рядов, 9 сортов будет, по 6 штук каждого сорта. Это очень удобно. Здесь я делаю кассету под заказ на Иркутск. И вы знаете, конечно, огромный спрос. И мне нужна ваша помощь, поддержка, совет. Пока я начала разбираться, готовить только для первых заказов. Сейчас я готовлю, рассаживаю и вам немножечко покажу. 10 сорта заказали. Я не думала, что их будут заказывать именно мини-оптом. Это Пиксио, Краса Лескова, Бонфайр, Металлика. Их на самом деле ограничено, не так и много. Вот я сейчас делаю буквально 2-3 кассеты вот таких по предварительной записи. И все. Ну и потом позже буду по 9 еще рассаживать. То, что останется, также буду рассаживать по 0,5 и по 9. Есть кассеты уже готовые. Сейчас я вам буду показывать. Сейчас я рассаживаю. Это металлика. Они все обязательно перечеренкованы. Это не то, что мне черенок да и нужен. Это формированный кустик. Чтобы он вот так в одну палочку не рос. Ячейка крупная. Около 100 грамм. Не знаю точно, но прямо не просто маленькая, вот такая. Вот, видите, вот такая. Это френч болеро. А вот хорошая, хорошая, хорошая. Так, я ее просто ставлю вот в эту кассету. Собрала из другой. И сейчас, так, приготовила здесь живая земля с гидрогелью. Гидрогель. Перлит и торф Агробалт. Вот такие вот я рассаживаю. Очень долго вот эта вот формировка, собирать заказ. Я уже его формирую, наверное, час. Конечно же, плотно стараюсь уплотнить, чтобы они не пересыхали. С упаковкой всю голову сломали, но с мамой придумали. Упаковка будет бомбическая, я так думаю. Посмотрим, проверим. Потом попрошу, кто первый получит, прислать фото и отзыв, и вообще, как дошло, чтобы мне понимать. Я это делаю впервые. Вот. Есть, крупное. Такой саженец, он ранневесенний. Это летом уже полноценный цветущий куст. Он даже не годовалый. А ему будет к осени уже, 1,5-2 года. Что мы искусственно цикл сдвинули. И сделали черенки раньше. Так, эта кассетка сейчас заполняется, подписывается и отставляется примерно на недельки две. Может, чуть больше. Хотя, может быть, и меньше. Посмотрим. Мне надо, чтобы полностью освоена была ячейка. Я вам покажу, как в другой кассете. Кустики будут не такие. Они будут прямо пышненькие, хорошие. Есть кассеты и готовые. Есть, которые я могу под вас набрать. Как узнать сорта? На сайте, это так долго, потому что и на сайте будет, но позже. Или мне звоните, или я выложу в сообщество список, которые будут обычные стандартные сорта. Метельчатых, крупнолистных. Полцены 300 рублей. Большой ячейки. Ряд 6 штук. 4 бонусом. Здесь 54 штуки. 4 штуки будет бонусом. Я их считать не буду. Получается по 300 рублей. Кассета 15 тысяч. Но это высаживаете или в 3 литра, или в грунт. И у вас летом будет уже полноценный, красивый, пышный куст. Где вы найдете кустик, летом хороший, большой. Здесь расти осталось не так много за 300 рублей.
И как ни странно, я упор делала по 300 рублей. У меня уже есть готовые кассеты. Так, нет, это у меня другая. Сейчас, подождите. Ой, так. Готовые, готовые. Это я не тебе приготовила. Ну вот, например, есть вот такого плана. Вот, готовая кассета. Они, видите, в одну палочку. Сниматься макушка будет обязательно. Так надо. Полностью уже. Сейчас они идут в палку. Коробки я уже подобрала. Сниматься будет макушка, надо все пройти. Но вот эта кассета, на них почему-то больше спрос. Это вот эти Пикси, Краса Лескова, The Purple Dance, Red Reggae, Boogie Woogie, Pink Pop, Blue Ballad, Черешковая, French Bolero Blue, French Bolero Pink, Сбежавшая невеста. Эти сорта топовые новинки. Они будут по 500 рублей. Ну, я повторюсь, что где вы возьмете летом за 500 рублей, например, там, Bonfire или Boogie Woogie. Это будет уже красивый цветущий куст. Такая кассета, 4 также бонуса, будет стоить 25 тысяч. Цены в комментариях я, ну, обсуждать не хочу. Это мини-опт, это полцены, и эта ячейка не вот такая. Вот, это, вот такая ячейка будет пересаживаться в крупную. У меня площади небольшие, поэтому мне надо... Каждое место у меня дорогого стоит. Сейчас дальше я высаживаю, смотрите. Сюда мне еще надо French Bolero Pink. Так, это Blue, давайте возьмем. Вот это Pink. Нижний листик я убрала. Макушку также сниму. И сейчас я... Так, сейчас наберу, давайте, потом вам покажу. Ой, какие, смотрите, вот такие вот. Эти даже в 3 раза дешевле получается в кассете. Немножечко дорастить. Дорастить. Получается уникальное торговое предложение. Кто-то может заказать, не надо столько много. А по 9,05 штучно от 5-6 сортов. Здесь считают от 3 килограмм. Здесь сейчас я так вот сдвину эту кассетку. Я на дно насыпаю, ставлю ее и еще трамбую плотно. Потом полью, дальше ставлю. Так, на дно. Сейчас она выглядит некрасиво, но она сейчас быстренько обрастет и нарастет. Так, корни. Сейчас очень быстро освоит эту кассету. Так, это... French Bolero. Вообще кассета идет или крупнолистных, или метельчатых. Вот, сортами, как лучше сделаться. Напишу, какие. Просто будете выбирать, если кому надо, выбирайте с запасом. Не 9 штук, а штучек 13-14. Что каких-то вот раз и закончился, чтобы я вам не звонила, а могла его смело заменить. Сорта я выложу и напишу. Пишите запасы. Вот эти бонфари сейчас прямо практически я уже рассадила. Есть, подрастает, но попозже там уже штучно будет, но немного. Так, это French Bolero Pink. Пинг. Так, далее мне надо сюда добавить еще Сбежавшую невесту и одну из серии Бесконечное лето. Еще мне заказали на юг в Алушту кассету, все новые топовые сорта. Сейчас я вам покажу. Ну вот получается, вот я ее полью. Водичка с корневином. С корневином поливаю разово. И все. Так, здесь мне надо вот два столба садить. Но это... А им еще расти примерно 2 недели, чтобы они наросли. Вот эти я сделала French Bolero.
Блю и пинк. Вот, вот такие. Я их рассаживаю в большую ячейку. С него еще возьмете черенки. Это я набираю по кассетам. Набираю. Есть кассеты готовые. Вот это уже перечеренковано. Ей еще недельки две. Это метельчатые. Они будут не палочки. Они будут вот такие вот. Немножко ждем. То есть можно заказать по сортам, можно взять уже готовую. Самарская лидия. Но ее немного в кассетах, мало. То есть не все кассеты с ней. Лаймлайт, Диамантина, Полярный медведь, Фантом, Литл Спуки, Мэджикл Мунлайт, Литл Эльф, Везувия, Мэджикл Везувия. Такого вида каждой кассеты 2-3 штуки. Они все разные. Других опять 2-3 штуки. Можно, это вот классика, такие, вот эти по 300 рублей. Метельчатые вот эти все, ну, обычные и новые. Там мохито те же, это все вот здесь вот 300 рублей. Это очень-очень удобно. Разом всем ответить не смогу. Я вчера, сегодня всем ответила. Сегодня была, сестра уехала, доставка до Красноярска. Так получилось, я всех обзвонила. Она сегодня повезла полную машину заказов, плодовых. Плодовые цену не поднимали. Они 2-3-летние, в закрытой корневой, яблони, груши с плодушками. Это плодовые почки. То есть уже 1, 2, 5 цветочков у вас будет. И вы увидите урожай. Обрывать не надо. Сколько она сможет, столько она и выдаст вам. Жимолость. Жимолость вся. Очень-очень крупная. Вот такие кусты большие. Сладкие, сорта отменные. Сайт обновили. Или на сайте, или в WhatsApp. Больше нигде не продаю. Нигде переписки не веду. WhatsApp и могу трек отправить смс-кой. Все. У меня времени там в тюхе продавать нет. Потому что у меня огромный спрос. Мне надо под вас это все сделать. Я стараюсь успеть, но это сложно. Так, показала. Еще есть вариант. Например, вот готова кассета. Это крупнолистная. Это самые первые. Конечно же, они вот какие вот палочки. Со всех будет снята макушка, чтобы куст был пушистый. Здесь смотрите. Red Reggae, Boogie Woogie, Pink Pop, Soft Pink Salsa, Deep Purple Dance. Это музыкальная коллекция. Blue Ballad, Burn Hot, Summer, так, You and Me Love, Miss Saori. You and Me, Miss Saori. Сейчас я вам... Спасибо. Сейчас я вам покажу. Здесь вот такая корневая. Мы ждем вот такой корневой. Вот. Макушка будет убираться. Это уже готово. Эту могу вот сниму, маленько распушиться и могу вам отправить. Также ее всего 2 или 3. Они все не повторяют. Я ставлю 3 кассеты или 2. И ряд сорт, ряд сорт. То, что останется, где-то не кондиция. Есть же все ровненькие, а есть выше-ниже. Ее буду рассаживать 0,5 и по 9. И вот здесь у меня край один. Подпортился. Вот здесь, видите, подпортился. Сорта самый хороший. И мне надо или найти его, добавить 2 штучки, или ряд вообще заменить. Ну, или оставить как бы вот так. Вот, вот такие кассеты также, пожалуйста. Есть они сорта, которые стандартные. Сельма, Сальса, вот разные. Они также недорогие, 300 рублей. У нас Сибирь, город Железногорск, под Красноярском, поселок Додоново. Показала. Есть метельчатые, крупнолистные. Могу сделать под вас микс. Из готовых, вот из таких, вот из таких набрать уже. Не укоренять, а из того, что есть, уже набрать. Или могу предложить уже готовую целую кассету. Здесь добавила, говорила, гидрогель. Упаковку я сниму видео отдельно. Это отдельная история. Упаковка будет супер. Берется коробочка и будет кассета полностью, например, проклеивается малярным скотчем и такой, как коробки упаковывают, жесткой лентой через коробку ко дну вот так она будет фиксироваться. На дно будет ложиться
целлофан, пленка на низ, капиллярный мат. Все это фиксироваться, чтобы она никуда не прыгала. Закрываться коробки я уже специально под них купила. На базе Сиптара по размеру. Так что уникальное торговое предложение готово. По Гортензии, конечно, это супер. Звоните, пишите. WhatsApp. Уже сегодня-завтра отвечать не буду. Еще я вам какой раз говорю и буду говорить. Вот сейчас у меня телефон отключен. Много снимать, вернее, ну, режим полета. Много снимать не могу. Потому что мне могут позвонить по доставке в Красноярске, чтобы сестра вышла и отдала заявку. Вот. Что-то, что я... А, WhatsApp. Вот сегодня уже все выписала. Теперь, наверное, только послезавтра. Потому что у меня завтра усиленно черенки снять. Подготовить кассеты, собрать их. Это одна кассета больше часа собирается. Не пишите мне, пожалуйста, ау, восклицательные знаки. Я, если буду каждому отвечать моментально, я буду сидеть целый день и только отвечать. Я же там не только заявки, у меня там есть вопросы, консультации, фотографии какие-то. Я всем обязательно отвечу, но не моментально. И это у меня мои такие правила. Я отвечаю по мере свободного времени. Я работаю практически одна. Семья помогает, но вот это я никому не доверю. Это я делаю только сама. Так что поймите, простите. Если вам очень срочно и важно, звоните. Телефон мой под каждое видео. Или звоните, или ждите. Отвечаю, когда каждый день, когда через день. И бывает там, мне ждали, такой комментарий обидный на картале. Ну, ребят, ну вы вообще, ну поймите, я же не бесплатный центр для консультации. У меня же есть работа, которую никто не отменял. Сейчас еще сделаю все, мне еще поливать надо. Здесь еще делов, ой-ой-ой. Ладно. Все, всем всего хорошего. До свидания. А я продолжаю для вас готовить кассетки.